Сейчас, когда экзамены позади, а волнение предстоящего поступления и студенчества только впереди, можно с удовольствием пуститься в пляс и забыть обо всем, что и сделали анапские выпускники. Возле комплекса фонтанов у здания администрации собрались сотни счастливых молодых людей. Юноши в элегантных костюмах, девушки в нарядных вечерних платьях. В том, что мечты исполнятся, здесь уверен почти каждый. Атмосфера праздника вдохновляет молодежь на новые подвиги и свершения. Как пошли в 11 класс, так сразу начали готовиться, придумывали платья, прически. Это все очень серьезно, когда мы подходили. Я счастлив, что сдал все экзамены, хорошо сдал и выпустился. То, что сейчас открывается передо мной будущее, и я буду поступать в институт и надеюсь, что у меня все будет хорошо. Больше, конечно, грусти, 11 лет, скорее всего, со своим любимым классом, учителями. Но, с другой стороны, радостно, потому что начнется новая жизнь, мы стали все взрослее. Так не хочется уходить с родной школы. 11 лет, родные стены, все родное. Хочется снова в первый класс, снова сесть за парту, взять ручку, открыть тетрадку. Вообще... эмоции переполняют. Устроив зажигательный танцевальный флешмоб «Мы будущее России», главные герои вечера прошли торжественным шествием на Театральную площадь, где их встречали почетные гости праздника. Сейчас вот я наблюдал за вами, когда мы стояли и торжественно слушали, подчеркиваю, мы слушали гимн Российской Федерации и Кубани. Большинство из вас пело этот гимн. И поверьте, ваши сегодняшние действия заставляют нас, взрослых, гордиться тем, чего вы уже сегодня достигли. Уважаемые ученики, в добрый путь! За торжественными словами последовала церемония награждения. Под громогласные аплодисменты на сцену один за другим выходили медалисты. Драгоценный фонд Анапы в этом году насчитывает 94 выпускника. Рекордный показатель для курорта. Ребята-победители спортивных соревнований, лауреаты школьных олимпиад и творческих конкурсов. Поздравили 4 анапчанок, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене. Завершился праздник концертом творческих коллективов. Бывшие школьники официально вступили во взрослую жизнь. И эти долгие 11 лет навсегда останутся в их памяти как увлекательное, наполненное событиями приключение. Каждый из выпускников уже под своим алым парусом отправится в море жизни.